шесть знаков зодиака, которые невозможно укротить и приручить. Среди всех знаков зодиака некоторых приручить и укротить попросту невозможно. Они либо слишком своевольны, либо слишком упрямы, либо слишком независимы. Поэтому не тратьте свое время и нервы на бесплодные попытки. Вас в любом случае ждет огромное разочарование. Проверьте себя, относитесь ли вы к этим шести знакам, которые не поддаются дрессировке. Водолей. Приручить водолея. Ха-ха, отличная шутка. Водолей – это тот знак, который сначала будет просто бунтовать, а потом еще и притворится мертвым в надежде на то, что его оставят в покое. Водолей не хочет, чтобы ему подрезали крылья и засовывали в клетку, какой бы роскошной она ни была. А если кто-то будет делать попытки его поймать, то водолей сразу же выкинет такого смельчака из своей жизни. Весы. Очарование весов и их общительность могут вести в заблуждение. Они действительно иногда выглядят так, словно хотят быть пойманными и прирученными, однако это абсолютное заблуждение. Люди этого знака достаточно умны и проницательны. Потому весы рассматривают попытки украшения как еще одну обычную жизненную ловушку, которую у них ни малейшего желания попадать. Вы скорее приручите тигра, чем этот знак. Скорпион. Хотите рискнуть? Ваше право. Только знайте, что свойства характера типичного скорпиона делают его совершенно неуправляемым человеком. Во-первых, он ненавидит все, что его ограничивает, а попытка приручить – это тоже своего рода ограничение. Во-вторых, любой скорпион себе на уме, поэтому вы никогда не сможете подобраться к нему слишком близко. Итак, если вы думаете о приручении этого знака, забудьте об этой идее. Этого не произойдет. Овен не поддается приручению из чистого упрямства. Ему нужно всегда быть правым, и он обожает выигрывать. Следовательно, ни о каком укрощении не может быть и речи, потому что для Овна это своего рода проигрыш и сдача своих позиций на милость другого человека. Даже не пытайтесь. Любые ваши попытки поймать его Овен превратит в соревнование, в котором, конечно же, одержит уверенную победу. Стрелец. Вы скорее приручите снежного человека, нежели стрельца, то есть вы не можете приручить то, что вы не в состоянии поймать. Если бы только стрелец мог сидеть неподвижно в течение 5 минут, то у вас был бы шанс забросить сети. Но 5 минут – это слишком долго для человека, который постоянно находится в движении и развивает бурную деятельность. Стрелец не просто неуправляемый, он еще и неуловимый. Близнецы. С одной стороны, близнецам нравится идея приручения, целых 30 секунд, а затем она им больше не нравится. Этому знаку очень быстро все наскучивает, чтобы его можно было поймать и усадить рядом с собой надолго. Кроме того, близнецы еще очень хитрые и изобретательны. Это означает, что если вы попытаетесь близнецов приручить, сей коварный обманщик так запудрит вам мозги, что через какое-то время вы обнаружите, что это он вас укротил. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеемся, что вы нашли для себя то, что искали. Подписывайтесь на свежие гороскопы и делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пусть все ваши мечты сбываются.